Исполнит мечты маленьких мирницев сотрудники городской администрации. В мэрии Алмазной столицы стартовала новогодняя акция «Елка добра». В этом году работники мэрии, муниципальных учреждений и депутаты городского совета сделают волшебство реальностью для детей, которые борются с тяжелыми недугами. Ребята написали пожелания на новогодних открытках, которые теперь украшают новогоднее дерево. Дети мечтают о куклах, лего, светодиодной ленте, машинках и о большом торте. Общество инвалидов подало списки на участие в благотворительной акции 40 мальчиков и девочек. Елка добра проходит уже в пятый раз у нас. То есть это уже стало ежегодной традицией. Становиться волшебниками Нового года. В скором времени ребята получат долгожданные подарки.